Настольная игра «Ужас Аркхэма» обеспечит вас пропиской в городке, который придумал мастер ужасов Говард Лавкрафт. Местечко уютное, но здесь открываются порталы в другие миры. Из них лезут монстры, а главное, от векового сна пробуждаются древние боги. Это наши старые знакомые – Йоксотот, Хастур, Азатот и главный по щупальцам – Великий Ктулху. Игроки становятся детективами, которые мешают чудовищам проникнуть в наш мир. Герои путешествуют по жутким уголкам Аркхэма, решают в буквальном смысле взрывающие мозг головоломки и учатся колдовать. В игре столько элементов, что партии тянутся долгие часы, а оторваться от них крайне сложно. Одолеть мелкую нежить и демонов покрупнее можно только объединив усилия персонажей. Все эти шубни-гураты, конечно, ребята мощные, но если навалиться на них толпой, именно вы будете смеяться последними. Спрашивайте в магазинах вашего города.